В Белгородской области продолжает работу мобильный пункт отбора на контрактную службу. Автобус начал курсировать осенью прошлого года. Останавливается в разных районах и округах, в общественных местах и на территории крупных предприятий. Сейчас передвижной пункт находится в Веделевском районе. Помимо самого муниципального центра, в плане маршрута и отдаленные поселения. Сегодня это Викторополь. На борту автобуса инструктор. Он сам военнослужащий-контрактник. Главная задача – проконсультировать желающих о возможности вступления в армию России. Любой может обратиться, желающий прийти. И здесь все необходимое для того, чтобы уйти в войска. Здесь можно подписать документы, отправиться на военно-врачебную комиссию. Здесь мы расскажем по выплатам, по льготам. Минимальная выплата сейчас повысилась, была 204, сейчас 210 тысяч рублей. Плюс можно получить 100 тысяч от губернатора. Подается заявка через соцзащиту. И боевые выплаты за наступательные движения, за захваты, за оборону. Автобус пробудет в муниципалитете до конца недели.